И всем привет, вы на канале Игромания ТВ, и сегодня я буду продолжать проходить карту Паркур Френзи. В прошлой серии я дошел вот оттуда до вот этого вот места. Сейчас я буду ее дальше проходить. Я пока что на 5-м уровне, который называется, как вы помните, Snow World, снежный мир, то есть. И не знаю, успею ли я закончить видео прохождение это. Извините, у меня не открывается что-то. Это Кирочка. Я поэтому прервусь ненадолго. Мы продолжаем. Она у меня открывается теперь. Вот. Телепортируемся. Устанавливаем точку спауна, то есть. И продолжаем. Как я вам уже и говорил, ее можно скачать в МЦПЕ Мастер, эту карту. И сейчас я играю тоже в МЦПЕ Мастере. Ой, извините, я случайно вылетел. Улетел вниз. Ну ничего, сейчас придем к этому же месту и засейвимся. Почему? Сейвимся. Не, я это уже место проходил. Чуть-чуть. Я не понимаю, я не ускоряюсь, что ли? О, допрыгнул. Сейвимся. Допрыгнул. Еще. И опять сейвимся. Как видите, мне сейчас это приходится делать очень часто, потому что это очень сложно без сохранения играть. И... О, молния сверкнула. А, чуть-чуть не долетел. И вот, мы прошли 5-й уровень. Сейвимся. И... Левел 6, левел 6, 6 уровень, Amaze, со знаками вопроса, то есть лабиринт. Ну да, это лабиринт, и казалось бы, это ничего особенного, просто лабиринт, никакого паркура нет. Но если зайти вот сюда и посмотреть, то вот тут дырка. Пройти как-то здесь так вот надо. Я уже, наверное, сейвиться не буду. Так, допрыгну. Вот. Прошел 6-й уровень. Очень простой, в принципе. Если знать, как проходить, как перепрыгивать вот эти вот ямы. И засейвимся. Следующий уровень у нас Level 7. 7-й уровень Rainbow, радуга, то есть. Вот такой вот паркурчик. Реально красивый, радужный, разноцветный. И... Сейчас будем его проходить. Ах, промазал. Даже до этого не долетел. Засейвимся тогда здесь. Ах. И опять мимо. О, да, теперь допрыгнули. Так, сейвимся. И теперь... Я упал. Сейчас. И теперь встанем на Shift и... Т.
таким вот хитрым способом будем проходить паркур. Не знаю, честно это или нечестно, но такие места я обычно прохожу именно так. Так вот как-то пропрыгиваю. Сейвимся. И куда дальше? Вот сюда. А? О-о-о-о! Полегче! Я в блоке заспавнился! Опа, долетел. Сейвимся. Да. Допрыгнул. И я немножечко здесь схитрю. Я не буду вот так вот спускаться, проходить. Я как-то вот так сделаю. Да, теперь уже придется аккуратно, потому что у меня уже мало здоровья. Я, в принципе, мог оттуда вон туда пропрыгнуть, но у меня явно ХП не хватило бы, да и нечестно было бы. Я уже, потому что и так нечестно сделал. Ну да ладно. Поставим точку спауна. Опять молния сверкает. Плохая погода. Сделаем ее. Сделаем без дождя его. Сейчас. Как выключить дождь? Да ладно. Вот, утро сделаем. Дождь выключили. И будем проходить дальше. Засейвлюсь, наверное, потому что дальше уже как-то мне страшно проходить. Потому что явно могу упасть. Хотя, что там? Допрыгну там один блок. Мимо. Опять не попадаю. Дальше вот так просто идти. Я сейвиться не буду, потому что, извините, это просто пройти. Так сложно. Только сказал и чуть не упал. Ой, извините. Прыгну! Ну нет же, ну как? Так долго шел к этому, и что получилось? Ладно, засейвимся где-нибудь там на середине. Извините. Почему? Да как это? Я что, не... Я ж прыгаю вроде. Да, вот, теперь пропрыгнул. Ах. Сейчас пройду, попробую. О,
упал. Засейвимся. Ага, перепрыгнул. Засейвимся. Да. И сейвимся. Я прошел это довольно сложное такое место, которое мне сначала казалось совершенно несложным, очень простым. Как я облажался в конце. Ну ничего. Засейвлюсь, когда перепрыгну до следующего блока. Сейвимся. И перепрыгиваем. Еще. Хорошо. И... чуть-чуть до батута не долетел, а то бы я мог. Прыгаю. Так. И я прошел этот уровень. Становлю точку спауна и продолжаю. Level 8. Восьмой уровень. Soul Island. То есть остров душ. Вот тут голову скелетов так выставлены. И сейчас попытаемся пройти его. Вот сразу же падаю. Сейвимся. Здесь придется еще чаще, кажется, сейвиться, потому что, видите, тут реально очень сложно пройти. Сорваться можно в любой момент. Слышь, как-то я упал. Да, неудачно у меня получается. Да. Ну, ну как так-то? Да. Да, что-то я туплю. Вот, запрыгнул наконец-то. Сейвимся. Далеко прошел довольно. Песку душ вроде не сложно пройти. А вот по головам трудно. Когда я проходил до этого карту, вот, до того, как я начал снимать видео про нее, мне это место, вот где вот там песок душ и голова из него торчит, казалось очень трудным. Я его долго не мог пройти. Ну а здесь как-то сразу раз и прошел. А вот здесь-то я что-то путаюсь на легком. А-а-а! Жалко. Сейвимся. Да, запрыгнул. Ну что ж, на этом, наверное, я буду заканчивать свое видео. Продолжу в следующем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и всем еще раз спасибо, всем пока.